Итак, друзья, мы вам представляем вторую сторону дискотеки «Люкс». Можно сказать случай. Автор предлагаемого материала редакции неизвестен. Есть, однако, сведения, что псевдоним Арзу Гасанов принадлежит советскому диджею младшего поколения, человеку, лично знавшему людей, о которых идет речь. Ну вот, пришел и мой черед хвалить и поругать. Хочу сказать, я наперед люблю чуть-чуть приврать. И чует сердце, скоро я от скромности умру. Но я красив, талант, меня встречают по уму. Еще хочу сказать, что я не верю в плюрализм. Курю и пью, но у меня здоровый организм. Ну вот и все, себя я поругал, а также похвалил, что я плохой, так я наврал. Вранье другим я льстил. Ты идешь сейчас рядом со мной, но я чувствую, что я одна. Между нами пенный прибой, между нами большая река. Я не могу, не могу я славить трекой. Не надо реку перейти, не надо брод тебе найти, чтобы встретиться с тобой. Надо справиться с рекой, что мне делать, кто скажет без вас, как любовь свою обрести, заглянуть в синеву его глаз, через реку как не идти, нет моста, по нему не идти, брода нет, старика глубока, как же реку не перейти, может быть, лететь в облака. Документальная проза и, строго говоря, даже не билетристика. Скорее всего, это рождающийся на глазах нашего поколения новый жанр словесности, но так или иначе, включающий в себя элементы перечисленных и свойных литературных жанров. Думается, читатель должен учесть это обстоятельство, и слушатель тоже, и не оставить знак равенства между правдивостью и правдоподобием. Слушай, 25 рублей, ну шел ты, тюльпан, и где ты видела? Слушай, дорогой девушке, подари, слушай, будет очень рада, постой, подожди, 25 рублей, ара. Слушай, я не знаю, что для того, это деньги, 25 рублей, ну шел ты, тюльпан, где ты видел? Слушай, а? Ну скажи мне, где ты видел, шел ты, тюльпан, подари, девушке, очень будет рада, ара. Слушай, я тебе говорю, ну... Кончилась нежданно, желтые тюльпаны. Ты мне даришь, как ни странно, знаешь ты сам, как жесток. Это прозрачный намек, желтые тюльпаны, о-о, желтые тюльпаны. Вестники разлуки, цвета запоздалой, утренней звезды, утренней звезды, желтые тюльпаны, помнят твои руки,
помнят твои губы. Строгие цветы, желтые тюльпаны. Помнят твои руки, помнят твои губы. Строгие цветы, о-о-о, строгие цветы, о-о-о. Назад, слушай, аре, вот ты Наташа Королева пропела. Слушай, про желтые цветы, а слушай, купи за последний букет. Ты мими ночи дал, да, там тоже были цветы. Но вертолеты летали, слушай, погубай, слушай, аре, последний букет остался. Но я не знаю, что ли сама. Ты уедешь скоро, опустеет шумный город. После нашей ссоры, может, прав ты. Не спорю в том, что разбились мечты. Не виноваты цветы, желтые тюльпаны, о-о, желтые тюльпаны, желтые тюльпаны, вестники разлуки, цвета запоздалой утренней звезды. Помнят твои руки, помнят твои губы. Строгие цветы, желтые тюльпаны. Помнят твои руки, помнят твои губы. Строгие цветы, о-о-о, строгие цветы. Ну, спасибо, раз души выручил меня. Ну, дорогой мой, а то стою на морозе, тут последний букет продал. Ну, давай, пойду, меня деньги, слушай, тут скоро говорят, и бомба, все, я пошел. Спасибо, раз, друг, мне вот столь лет тебе. Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. Помню, когда я был в главе правительства, у все товары были, и все можно было купить у нас. Но я согласен, что поблажно, но все-таки можно. А сейчас перестройка, и вот проблемы с рублями, а когда-то был самый лучший. Я помню, еще так это магазином время рубля, я помню. Демократия. Эти громкие слова говорит нам партия. Надоело унижаться, надоело плохо жить. Мы хотим иметь свободу, верить в Бога и любить. Перестройку столько верят, я одно не знаю только. Сколько лет продлится перья, прежде чем начнется стройка. Помню очереди с детства, без них не жил я никогда. Они достались мне в наследство, как солнце, воздух и вода.
тяжко на Западе людям живется, все покупается, все продается. Тяжко на Западе людям живется, все покупается, все продается. Люблю я песню эту, такие навороты, признаться по душе. Известно всему свету, сейчас включу кассету. Узнали все аккорды команды TransXE. Купил магнитофон, но через день сломался он. Ну что тут делать, как тут быть? Он понес его чинить. Придя он к мастеру, сказал: в овчарне скоро будет бал. Я вас прошу, мне помогите, магнитофон мой почините. Мастерам была лиса, смекнула сразу, что куда. Магнитофон тот повертела, вдруг ахнула и тут же села. У вас сгорел мотор, дружок, вы подождите месяцок. Таких моторов у нас нет, давайте паспорт
Привет, осел тут паспорт вынимает. Лисе он сходу намекает. Может вам чего достать? И ложит на стол 25. Могу достать я вам варенку, косметику или дубленку. Лак для волос и для ногтей. Вы говорите, но смелей. Лисица дурой не была. Намек его она поняла и вскрикнула: «О, Вальтер, достаньте мне бюстгальтер! Немало, не велика фасона Анжелика». Мораль сей басни такова: осел имеет все дела. Да, ослы ослами, тем не менее, быстрый танец вызывает потовыделение. Мы приглашаем вас отдохнуть. Для вас Ванесса Парадис с песней «L'amour au deux». В сомнениях, как во тьме, но есть закономерность. Да, красота мужчин в уме, а мудрость женщин в верности. Хоть что-то не поймет дурак, пойдет твердить не то, не так. Но формула моя проста: любовь прекрасна и чиста, чиста, чиста. Отвечай на сто.
хочется в твоей заветной сети, но слышу голос: подожди, остановись, ведь будут дети. А что за дети без любви? Все больше слышу, как меня ругают. Куда он лезет, кем он хочет стать? Наверное, стремится раньше время себе на шее узел завязать. Хотел купить презерватив, на прилавок глядь, а там толстый, длинный, но не нам. Он для тех, кому всегда очень хочется туда, и вполне заменит нас штучка фирмы Adidas. Касимов в студии визит, а также дискотека «Люкс» предлагают. Девчонки, покупайте штучки фирмы «Адидас». «Адидас». А предложить хочу я вам заграничную игрушку. Можно прятать под подушку. Покупайте, это класс. Машинка фирмы Adidas. Потяните ремни, а, делай лучше нас, или делай как мы. Мы в этот
он будет гордиться, что только у него есть такая кипарица. Алло, гараж, вы слышите нас? Алло, гараж, смотрите на нас. Алло, гараж, мы входим в раз. Алло, гараж, гараж, гараж. Где бежи нас? Что за вопрос? Если у кого-то горе, посмотри на нас. Сегодня и всегда мы читаем ря-ря-ря. Ты думал, это очень клевый человек. Это лучше Кемперовского, поверьте нам. Затянулся как-то шрам. Конечно, это шутка, но а если серьезно, слушай рэп или игры, спортивный прогноз. Алло, гараж, вы слышите нас? Алло, гараж, смотрите на нас. Алло, гараж, мы входим в раз. Алло, гараж, гараж, гараж. Сегодня можно все, сегодня с вами мы. И это очень круто, скажем, без балды. Пусть кто-то пьет вино, а кто-то курит хэш. Мы будем делать рэп, если поедем в Бангладеш. Вы спросите у нас, поболятся. Пусть здоровый дух живет в здоровом теле. Наверное, не зря мы вам об этом долго пели. Эх, не зря нам все трендрова. Главное удача, остальное не беда. Алло, гараж, вы слышите нас? Алло, гараж, смотрите на нас. Алло, гараж, мы входим в раз. Алло, гараж, гараж, гараж. Эй, наверху, вы устали сидеть? Надо бы размяться и немного попить. Будем прыгать нога, махаю головой. Работайте ногами, пусть отдыхают руки. Делай с нами или делай лучше нас. Сегодня и всегда мы повышаем экстра-класс. Итак, друзья, мы продолжаем нашу программу. Но прежде напоминаем о загадке, которую мы загадали. Загадка такова: что, двигаясь, стоит на месте, взлетая, падает опять? Ответы присылайте по адресу: город Ярославль, улица Свободы, 27. Телефон для справок 22 16 26. Студия «Визит». Ответы присылайте до 25 марта. При этом не забудьте указать ваш адрес, имя и фамилию. Угадавших правильный ответ ждет наш суперприз. Суперприз! Суперприз! На днях стряслась со мной беда. Приснилось мне, что я вода. И не боржоми, не нарзан, а та, что льется через кран. И я в колодце и спиной, где разбавляют пиво мной. А за спиной амангельды, сухим хоть поплыть воды. Да я не прожил бы и дня, когда бы он нес себе меня. Чтоб не кишил во мне микроб, его вгоняю хлоркой в гроб. Нет, я не прожил бы и дня, когда бы хлоркою у меня. Что мы все забудем, но как веревочки не виться. Если рядом, ведь мы не будем, разрешим мне отравиться. Если мы не будем рядом, ни к чему мои уловки. Подари мне пачку с ядом красно-белой суперупаковки.
Нет, сегодня я не буду много рэпом говорить, а не то потом забуду, где мне надо завтра быть. А чё на? А чё? Давайте дружно танцевать. Катушки быстро закрутились, но я устал уже болтать. Немножечко, немножко, позвольте мне бы отдохнуть. Назвать, позвольте мои ножки. И так пустили дружно в путь. Итак, танцуем рок-н-ролл. Разминаем ножки, 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 ножки. Для вас, Майкл Фортунати. Вообще на очень страшно нервный, скромный и застенчивый до слез. Друг сказал, что от привычки скверной пью, мол, без закуски, как матрос. Ну, а я и есть матрос вселенной, мне любые рейсы по плечу. Стоит мне подать, и я мгновенно поплыву и даже полечу. Если в пол-литровку политуры, жидкость литрощения волос, 200 грамм желудочной микстуры, с этого помрет даже эскимос. Я же с этим только для разгону, натощак желудок полоскал, добавлял 100 грамм одеколону и имел желаемый накал. Если взять 100 грамм аэрозоли, что для тараканов и клопов, и добавить жидкость для мозолей, капнуть капли Шанель духов, влить туда резинового клея и разбавить лаком для ногтей. С этого игрущики балдеют, и я же вижу только в темноте. Ох, чепуха на постном масле, бред собачий на коровьем, лебедей на рыбьем жире. О, сколько всякой дряни в мире!
родные, деревянные рубли. Для кого-то вы чужие, для кого-то вы свои. Я вам дам совет, ребята, коль вам нужен деньгам сбыт, помогать вам будет рада наша студия. Визит! Она красива, а голосок какая сила. Английский текст, все очень просто. Встречайте, это не Коста.
Итак, дорогие друзья, с вами прощается студия «Визит» и дискотека «Люкс». До новых встреч! Встреч! Еще одна осталась ночь у нас с тобой. Еще один раз прошепчу тебе, ты мой. Еще один последний раз твои глаза мои посмотрят, и слеза вдруг упадет на руку мне, а завтра я одна останусь без тебя. Рокеры и панки по флейтам
По флейтам натянают хиппи после травки. По стритам даже Любер спать ложится. Карате ему приснится, ты им пожелай. Баю-бай. Волосатые ублюдки в поздний час тихо-тихо бродят глюки между вас, джинсы хавают котлеты, тынчат вайн в углу скелеты, ты их не стримай, баю-бай.